Вот это мои банки с абрикосами. Здесь есть и сыновья манджурца, здесь есть сенцевые аморы, здесь есть культурнейшие рыжие, серафимы, баи. Вы заметили, у меня королевский только написано 10 штук в одни руки. Ну, как в советское время, помните? 10 штук в одни руки. Я хочу что сказать. Я получил несколько суперзаказов, я их называю, от 500 до 1200 косточек. Вот. Видите, что в банках творится? Еще несколько заказов, и вся страна останется без культурных косточек. Годятся ли они как корни собственные? Я думаю, да. Есть примеры уже положительные. А, кстати. Мне Макаров Алексей из Калужской области, что сказал? Он мне написал. А, это есть в фильме, потом увидите его фильм, который снял его местный журнал снял ролик о нем для своего сайта. Вот. Из косточки он вырастил такие шикарные персики. Из косточки. А что тут говорить про абрикосы? Так вот, хватай мешки, вокзал отходит. Ребята, это выражение для вас. Теперь, я еще не все сказал. Вот это вот золотой запас России, очередной. Так. Значит, перенесено в погреб. Таких у меня мало, я пожалел, а вот таких у меня полно. Я буду торговать ими всю зиму. А это остается или на следующий год, или навсегда, или на выброс. Почему? Потому что прошло время, прожелезовая сенсация прозвучала в Мичуринске, и тишина. Я боюсь, что это та самая тишина, что я как этот самый, для них может быть Мюнхгаузен, а может как тот, помните, наш этот самый, Крамеров-то, наш этот артист комического жанра. Вот. Вокруг тишина, а вокруг мертвые деревья стоят. Вот примерно так. Значит, еще какая-то слабая надежда есть. И специально одну маленькую-маленький такой эпизодик, а потом пойдем ваши письма читать. Значит, когда, значит, Савинич Елена Александровна была та самая, звонила мне из этого, из Мичуринска, говорила, все замечательно. Тут настоящий фурор она произвела. И дает трубку Александру Юрьевичу Ваулину, директору института из Челябинской области, МИАС, то ли город, то ли поселок. Вот, МИАС. Вот. И вот, а у меня с ним особая судьба, я уже об этом рассказывал, нахвастался уже до сих пор. Единственный ученый. Выслал ему, знаете, это самое, 12 лет прошло. Оказывается, мои абрикосы плодоносят у него, и привитые, и непривитые. И все манджурцы, вот они в основном здесь манджурцы, сыновья. И все они у него оказались сладкие. Все замечательно. И вот она ему дала трубку. Это всего еще недели 2-3 прошло. Вот, и он говорит, Валерий Константинович, жду следующую партию семян. А я же ему выслал годом раньше. И оказывается, жду заготовку. Я заготовил. Часть из них лежит отдельно, Александр Юрьевич. Вы, конечно, не смотрите вебинары, не царское это дело. Вот, слушать любителя. Вот. А кто-то, может быть, вам мясо есть, на мои друзья. Есть те, кто выписывал. А мясо, если это правда, как там написано, село мясо, хоть там институт. Ну, наверняка, ну, этот самый небольшой поселок. Ну, то есть, скорее всего, это районный центр. И наверняка кто-то вас знает и скажет, что Железо вам письмо написал, отложил не просто абрикосы, отложил абрикосы поздние, отложил отдельно абрикосы Бродского ранние, отложил отдельно абрикосы Бродского поздние, а ведь это две большие разницы, время созревания, когда одних давно нет, а другие еще на деревьях висят. Вот. А еще вот здесь, посмотрите, что здесь, это уже касается не Ваулина, я надеюсь, передадут ему этот разговор, раз он не ответил на мое письмо. Так, а в телефонном разговоре просил заготовить, я заготовил. Теперь, а ему нужны только корни собственные. Вот, и еще, нет, еще для Александра Юрьевича, специально для вас.
я перестал, я вычеркнул из каталога абрикосы Бродского. Почему? Потому что, посмотрите, его слова – это особое, да, они не крупное. Ну и можно вернуть крупность с помощью, там, допустим, прививок, но это уже отдельная тема. А вы не признаете, нет, не так, не то, что не признаете, а вам нужны именно сеянцы не с непривитых деревьев, раз, которые не нюхали этих пыльцу с культурных деревьев, два. Вот именно это Бродский и сделал. То есть у него именно такие, он это подчеркивал, подчеркивал, подчеркивал. Вот. Теперь касается всех. Вишни, видите? Это еще не все. У меня еще столько же есть культурные вишни Жуковского с Украины. А ни одна веточка не замерзла за 20 лет, за 27 лет. Вот. И все это ждет Европу, потому что уничтожили эти самые. Знаете.